Здравствуйте, друзья! Вы смотрите еженедельный дайджест IT-портала GESET.com. В этом выпуске мы расскажем о главных новостях компьютерной индустрии за период с 13 по 19 ноября. Компания NVIDIA анонсировала выпуск обновленного суперкомпьютера NVIDIA Saturn V, который войдет в десятку самых мощных систем. Он состоит из 660 модулей, каждый из которых включает 8 ускорителей NVIDIA Tesla V100. Это позволяет достичь вычислительной нагрузки в 40 петафлопс. Сам же суперкомпьютер будет использоваться для разработки и обучения искусственного интеллекта. Российская компания Positive Technologies, работающая в сфере информационной безопасности, сообщила об уязвимости процессоров Intel Skylake и более новых моделей. Взлом возможен посредством USB-интерфейса на базе микросхем PCH, которые позволяют удаленно заниматься мониторингом и настройкой системы. В свою очередь, Intel пока ситуацию не комментирует. Компания G-Skill продолжает пополнять линейку скоростной оперативной памяти. На этот раз титул самого быстрого набора завоевал комплект ОЗУ G-Skill Trident Z DDR4 4400 МГц. Он состоит из 4 8-гигабайтных модулей на базе микросхем Samsung B-Die, которые прикрыты алюминиевыми радиаторами. Также представленный набор поддерживает XMP-профили для быстрого и стабильного разгона. Компания Asus представила две материнские платы на основе чипсета Intel X299. Первая построена в серверном формате CEB, а вторая в привычном ATX. Обе платы получили поддержку быстрой памяти формата DDR4 4133, флагманский 8-канальный звук, а также широкие возможности для организации дисковой и мультиграфической подсистемы. Стоимость новинок пока неизвестна. Состоялся анонс новой материнской платы MSI Z370M Mortar. Она выполнена в формате MicroATX и позволяет собрать игровую систему с возможностью разгона процессоров Intel Coffee Lake. Для этого она предлагает эффективное охлаждение и шестифазную подсистему питания. Также не обошлось без поддержки быстрой ОЗУ и пары слотов для установки современных видеокарт. В бенчмарке CSoft Sandra появилась информация о первой материнской плате на чипсете Intel Z390. Его релиз обещает принести с собой поддержку встроенного контроллера USB 3.1, интегрированного беспроводного модуля Wi-Fi, а также нового интерфейса Thunderbolt 3 Titan Ridge. Дебют чипсета запланирован на вторую половину 2018 года, а перед ним увидят свет другие, более доступные решения. Состоялась презентация двух мобильных адаптеров NVIDIA GeForce MX130 и MX110. Оба построены на базе микроархитектуры NVIDIA Maxwell и могут работать в паре с видеопамятью DDR3 или GDDR5. Сводная игровая производительность у новинок в 2,5 и 1,5 раза больше, чем у встроенного ядра Intel UHD Graphics 620. Также они поддерживают ряд актуальных API, включая DirectX 12 и OpenGL 4.5. Совсем скоро нас ожидает дебют видеокарты Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro. Она построена на базе графического ядра AMD Vega 10 XT и 8 ГБ HBM2 памяти. Оба элемента работают на эталонных частотах, однако финальная версия может иметь разгон. Для охлаждения карта использует огромный кулер, а ее корректная работа возможна лишь при подключении 3 8-контактных коннекторов PCIe. В сети появились первые фотомодифицированные видеокарты PowerColor RX Vega 64 Red Devil. Она получит фирменный кулер и укороченную печатную плату с парой DIP-переключателей, один из которых отвечает за подсветку, а второй за выбор режимов работы. Другие характеристики адаптера мы узнаем уже после официального анонса, который состоится в конце этого месяца. Компания Silentium PC презентовала пару новых процессорных СВО. Обе модели имеют закрытую конструкцию и выступают в качестве универсального решения для охлаждения как устаревших, так и актуальных платформ Intel и AMD. В продажу новинка поступит с 5-летней гарантией по цене 55 и 75 евро. Во второй половине 2018 года состоится старт продаж SSD-модулей Intel Optane DIMM. Они сочетают в себе лучшие характеристики DRAM и флеш-памяти, а также позволяют добиться прямого обмена данными с процессором. В
первую очередь новинки будут нацелены на корпоративный сегмент, после чего их применение расширится и на другие области, включая потребительский рынок. В сети появилось первое официальное фото SSD-накопителя Samsung PM983 на 8 ТБ. Он получил новый формат и будет работать в серверах типа 1U Rack, которые сейчас очень популярны. По заявлению Samsung, 64 таких устройства позволят достичь небывалой скорости обмена данных на уровне 0,5 петабайт в секунду. Больше информации о накопителе появится в январе 2018 года. В продаже по цене 190 евро появился корпус Be Quiet Dark Base 700. Он имеет модульную конструкцию и выполнен из премиальных материалов. Внутрь новинки без проблем поместятся самые мощные комплектующие, включая габаритное СВО и видеокарты длиной 430 мм. А главная же его особенность заключается в поддоне для материнской платы, который можно использовать как тестовый стенд. Компания ECS представила новый мини-ПК. Он обладает современной начинкой, а также позволяет использовать устаревшие периферийные устройства посредством двух ком-портов. Среди подобных стоит выделить сканеры штрих-кодов, POS-терминалы для оплаты картой и многие другие. Работать новинка может под управлением Windows 10 и Ubuntu. Правда, ее стоимость пока что неизвестна. Компания Asus представила новый игровой монитор. Он построен на базе изогнутой 32-дюймовой VA-панели с разрешением Quad HD. Поскольку новинка принадлежит к игровой серии, то может похвастать широким диапазоном вертикальной развертки и поддержкой технологии AMD FreeSync. Вдобавок, дисплей обладает 125% покрытием палитры sRGB, что позволяет ему создавать более красочную картинку. Состоялся анонс 4К-монитора от компании Acer. Он оснащен 32-дюймовой VA-панелью, которая поддерживает 100% охват палитры sRGB и режим работы HDR10. Помимо этого, новинка располагает парой 2-ваттных стереодинамиков, расширенным списком внешних портов, а также набором полезных технологий для защиты глаз пользователя. Сам монитор уже поступил на рынок Японии с ценником $490. Компания Lenovo решила вывести на рынок планшетов слегка подзабытый бренд Motorola. Новинка оснащена 10-дюймовым Full HD IPS экраном, 8-ядерным процессором от Qualcomm и 2 ГБ ОЗУ. Дополнительно планшет может похвастать сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 7000 мАч и портом USB Type-C для передачи данных и зарядки. Работать аппарат будет под управлением OS Android 7.1. Ассортимент игровой периферии компании Razer пополнился механической клавиатурой на базе фирменных переключателей Razer Green. Помимо стильного дизайна и качественных материалов, она предлагает защиту от влаги и пыли. Также новинка может похвастать возможностью настройки всех клавиш и стильной LED-подсветкой. Приобрести клавиатуру можно уже сейчас, по цене $110. В дополнение к самым свежим новостям, мы также расскажем о некоторых весьма интересных обзорах. В понедельник на главной странице нашего портала появился обзор игрового комплекта Cougar Deathfire X. К его позитивным чертам стоит отнести яркую многоцветную подсветку, хорошее качество сборки и вполне доступную цену. В свою очередь, сильной стороной клавиатуры является гибридный механизм клавиш, а манипулятора – удобный симметричный дизайн с 6 кнопками. Днем позже мы опубликовали отчет о тестировании материнской платы ROG Crosshair 6 Extreme. На момент подготовки материала она являлась самой дорогой и наиболее оснащенной моделью на чипсете AMD X370. Выбрав ее в качестве основы для своей системы, вы получите полный спектр современных технологий, а также широкий набор возможностей для эффективного разгона. В среду был представлен обзор блока питания Chieftec Value APB мощностью 400 Вт. Несмотря на бюджетную принадлежность, он способен запитать систему с разогнанным CPU и дискретной видеокартой. При этом источник не побеспокоит вас шумом, а выходные показатели будут в норме. На следующий день мы познакомили читателей с результатами тестирования ноутбука Acer Swift 3. Представленная модель рассчитана на комфортное решение повседневных задач и мультимедийные развлечения.
Для этого производитель оснастил ее актуальным набором портов и коммуникаций, добротным экраном, расторопной аппаратной начинкой и предустановленной ОС Windows 10 Home. В пятницу пришла очередь обзору материнской платы ROG Rampage 6 Extreme. Вполне ожидаемо новинка показала себя бескомпромиссным решением топ-уровня, которое отлично подходит для сборки системы на базе процессора Intel Skylake X. Она может похвастать надежной подсистемой питания, качественной элементной базой, а также отличными возможностями для разгона. На следующий день мы опубликовали отчет о тестировании беспроводного маршрутизатора Vinga WR-N300. Всего за $13.50 вы получаете симпатичное устройство с базовой функциональностью. Роутер имеет две внешние антенны, 5 портов RJ45 и может передавать данные со средней скоростью 133 Мбит в секунду. А этого будет вполне достаточно для комфортной работы дома или в маленьком офисе. И наконец, воскресный материал мы вновь посвятили сравнению современных видеокарт. После выхода графического адаптера GeForce GTX 1070 Ti цены на стандартную модель пошли на убыль в зарубежных онлайн-магазинах. Поэтому мы решили вспомнить об актуальных возможностях ее близких внутренних конкурентов при запуске требовательных игр в разрешениях Full и Quad HD. Но на этом все, друзья. Такие новости и обзоры были опубликованы у нас на сайте на прошедшей неделе. Подписывайтесь и до следующего выпуска.